Всем привет! С вами Константин. Вы на канале Мережка ТВ. Зырьте, что я придумал для микрофона. А что у нас тут открывается на улицу? Ага. То просто когда я в майке, звук настолько глухой, ну мне не нравится. А это что-то... Ну короче, вот так вот я сделал и... Мне звук нравится. Это у нас кусок провода на 2,5 квадрата. Моножила. Не знаю, наверное, такие приблуды есть какие-то такого подобия. Ну, я человек пожилой, зачем мне тратить деньги на то, что у меня, скажем, под рукой есть. Ну, я уже скряга, да, такой, ну, жалко денег. Ладно, а мы по плану идем. У нас даже очень громко, даже, наверное, придется микрофон тише делать. Эту я пока снял метку. Вот, идем, этот самый, сюжетное задание. Сейчас обойдем, здесь радиация дикая. Ну, можно, наверное, чуть-чуть трещи обойти. Здесь я уже был, вот здесь я не был. Но хочу я потом вот так вот пройти и забрать. Я не знаю, куда нас там пошлют, здесь еще тайники. Ну, поняли, да? Вот, осмотреть лабиринт. Блять, кругом аномалии. Сейчас меня загонят эти аномалии в радиацию. Не очень хочется. О, а здесь что? А здесь закрыто. Здесь какая-то мусорка. Понятно. Там у нас бюрер сейчас будет. Ну чё греха таить. И бюрер причем будет очень хитрый. Такой необычный бюрер. Будет, бюрер не будет по нам кидать какими-то, не знаю, коробками, ящиками. Бюрер тупо будет стрелять со стволов, те, которые он людей поубивал. И с этих стволов будет гасить. Прикинь, сволочь какая. Вообще гандон, блядь. Ну, потом будет к нам подходить. В общем, ищем вагон. Вагон. Вагончик тронулся. Перрон. Как там? Вагончик тронулся. Вагончик тронулся. Перрон, ну, что-то там остался. Но это не то, что мы думаем. Просто возьмем. Просто возьмем. Ищем такой типа строительный вагончик. Вот он. И сразу возьмем гранаты. Ну, потому что я его уже гасил. Опять я же говорю, что бухают, блядь, бухают, сука. Синяки. Конченые синяки. Нет, фонарик включен. Здесь есть куда спрятаться. Раз. Алый, ну тебе хіба що за смертю посилати? Чого застряг? Так, сохраняемся. А вот где спрятаться, блин. Хуё знает, где этот бюрер, блин. Вот он топочется, блин. Просто кидаю от балды. А вон он. Вон они, сука, поняли, блядь, он те автоматы, которые он, ну, людей поубивал. Те стволы стреляют. Мы не убили его еще. Вон он там пар пускает. Я уже и с ножом ему. Помните, с ножом... Блядь, у меня что, закончились гранаты? Пиздец. Так нечестно. Пока он подойдет, значит, будем гасить с дробаша по нему.
Сейчас я сохранюсь. Сука, спрятался, блядь, за свой этот. Что-то здесь летало. Лечимся. Сука, все по-другому идет. Я так не планировал. Давай, давай, выходи. Шутка. Шутка была. Это была такая шутка. Неудачная, да, наверное? А что это летает, блядь? Это артефакт, не? Не, это не артефакт. Бюреры лежат штабелями. План один. Иди на точку. Завтра чекаю на заводе с результатами. Мне знаете, что нравится в этой игрушке? Что, ну, схроны, если ты его нашел, он работает. Вот что это такое? Он работает даже до того момента, ну, пока мы еще координаты не получили. Да иду, блядь, ну перестань ты там скулить. Все равно, что ты не умрешь. Ты ж у нас сюжетный персонаж. Лечим, вот. Охи, жесть там была. Ты ж мне и зимани. Бандити, то ще таке. Але оці карлики, я взагалі вперше таке бачу. Йо-моё. Вчасно ж ти. Що за бандити? Ти знаєш, що то були за бандити? Ти думаєш, вони представилися? Наїхали без зайвих слів. Але я чув, як вони з якимось вараном базарили про якийсь завод. Знаю, що сканер не їхній. Завод, кажеш? Добре, варто перевірити. Ну, у этого нету денег. Он у нас ничего не будет покупать. Поэтому мы сейчас стволы красные выбросим. Булочку скушаем. Эти разрядим. Потому что... Ну, Филя, ну зачем ты хулиганишь? Кошечка проснулась, покушала. Сучка такая. И ходит, сейчас песни поет. Ну, я одинока. А, это я в другую сторону, да? Получается, выход у нас один. Я думал, на эту сторону есть выход. Блять, выход один. А, хулиганов нет. Нет, нет. Да хулиганов нет. Забыл, за что я говорю. Кошечка проснулась, да? Так вот. Сейчас мы, скорее всего, наверное... Подождите. Мы ж можем забежать расторговаться, правильно? Мы, наверное, так и сделаем. Ну, Филечка, ну почему ты... Да, и потом пойдем дальше, схроны там соберем. Потому что я первый раз хочу пройти... Кто здесь? Прям очень и очень. А кто это был? Я понимаю, что без хорошего снаряжения мы тут долго не вытянем. Что это за хуйня? А, вот это вот аномалия, которая
нас на куски режет. Вот она. Как стеклышки. Я, чтобы было интереснее, буду передвижение вырезать. Выбирай, сталкера. У меня на дур... Пистолетный ПБС. Нихера себе, блядь, какой он большой. Ладно. Повертайся с хабарчиком. Да хорошо. А что у нас на этом? Есть лишняя ячейка, да, свободная. Только у нас артефакта нет. У нас очень слабый этот на радиацию, а все остальные, они с радиацией идут. Если был бы какой-нибудь без радиации. Я, кстати, я сейчас буду брать гранаты. Гранаты выкладывать натовские патроны. Не знаю, может пригодится когда-нибудь этот ствол. У нас сколько уже? 99, и здесь 150. Ну, то есть даже и там погулять есть еще. Это у нас 7,62. Ну, нормально. И мне нравится, что я еще в этой игрушке патроны и не покупал нихера. Сейчас возьмем вон штуку 8 гранат. Выложим синюю аптечку. Я не знаю, почему я их выкладываю. Я не знаю, что меня дальше будет ждать. И у нас денег 3900, ну, конечно, мало, очень мало. Но я сейчас сделаю, наверное, это какой? Магазин для М10. Сука, что ж такое за М10, блядь? Что ж это, блядь, за ствол такой? Это не М10. А, у нас еще старая броня. Мы можем броню, кстати, продать. Не настолько она... Давайте броню завалим. Не настолько она дорога мне. Я уже не хочу ее. Во-первых, почему я не хочу? Она у нас весит 8 килограмм. А наша броня... Что, 3? А мы... Я только один апгрейд покупал. И регенерация выносливости есть. Я хотел вам сказать. Мне нравится в этой игрушке, типа... Что выносливость очень быстро восстанавливается, ну, силы восстанавливаются. А у нас, оказывается, этот самый. И сколько бронька? Вот 9700, это уже о чем-то. Ну, отлично, я продаю. Я не собираю там. Сейчас тогда мы зайдем. Все я взял. Гранатки, да, все есть. Так, эти патроны есть, эти патроны есть, эти патроны есть. Может, что подчиним и может, куда качнем. Сподеваюсь, по делу. Да, да. Обирай, сейчас... Да давай уже, маляма. Ремонтировать 79, пусть будет 79. Прокачать, мы что у нас? Вот что это? Термозащита. Почему не можешь? Ну, пусть будет так, ладно. Комбинезон туриста, ремонт. В первую очередь, ремонт. Но вряд ли мы что прокачаем. Сука, я ж не стрелял с него, или стрелял? С этого стрелял. Пу-пу, интересно. Хуя себе, блядь, хуя себе. 11,5 тысяч. Сука, ну вы... Да пошел ты нахер! Такие алчные в натуре, что такие алчные, жадные, блядь. А рассказывают, мы сталкеры, мы помогаем друг другу. Да нихуя вы никому не помогаете, блядь. Крахоборы ебаные. 11,5 тысяч, блядь, апгрейд поставить, блядь, человеку, который, блядь, живет ради вас. Не спит ночами. Практически не ест. Жена как заставит, так и ем. Это была лирика.
Так, а что ж нам здесь надо сделать? Вот, видите, регенерация выносливости. Мы только устали. Ти підкотив до хати варана. Якщо ще не в курсах тоси, то скоро побачиш. Ось тобі халявна порада. Варан не любить, коли його дістають. Угу. Давайте запишемся. І давайте, наверное, з ходу этого варана разъебем, блядь. Что-то не нравится он мне. Сделка, задача добраться до завода. По наводке кондёра я добрался до личных записей Нестора и разобрался, как работала схема со сканерами. Теперь я увидел... А что мне с вараном, надо разговаривать или не надо? Если надо, то зачем? Приказ бандитов. Инфа надёжна. Іди на точку. Завтра чекаю на заводі з результатами. Сообщение от Захара. Для тебя, сучара, ввожу сухой закон. Опять растрепал в баре место схрона. А, херня всякая. Вот бы кроты мутировали, блядь, да, это херня. Герман, мы ж это слушали, да? Ах, Герман, сам ты можешь и головати, а вот схема твоя – лайно. Робити будемо по-дорослому за тямом. Разом зі сміттям мандіїшним викидаєш сканери. Хлібалом сильно не відсвічуєш. Потім дигери відкопують сканери зі сміття і відносять у лабіринт. Від радіації вивітрити. Артефакти, що радіацію поглинають, сам піджену. Ладно, Нестор вже нам хуйні вперся. Як припинять фанити, відправлю паяльника пошаманити з фаршем, як обговорювали. Ну, а там уже сканери по печерах у розкопі розкидаємо і будемо клієнтам координати скидати. І ще раз, головне самим не світитися. Затямив? Сподіваюся, що затямив. Май опять на заводі. Мужик головатий. Слышите, так а що ми, будемо виносити його? Добраться до завода. Мы добрались. Ну а дальше? Ну он мне не интересен. Варан. Я не пойму, что у нас патронов так. Вот так вот. Давайте гасим. Нет, так переиграем. Ну он бандит. Это в том здании, наверное, в том, в котором вот это, да, мы шарились, я говорил, а тут чья-то, как она, господи, нычка, чья-то, кто-то тут отдыхает. Они ждут от меня, наверное, повиновения какого-то. Ладно, здесь сохранюсь. Воно тебе нахер не надо. Ну а ты? Фраер, я тебя пасу. Да, я тебя тоже, блядь. Я всех вас пасу. Где варан ваш? Вот это, да? Ты не стекло, якщо в мій табір сам прийшов. Удача любить сміливих. Але дозволь спитати. Спочатку я. Це твої люди напали на мене і забрали мій сканер. Уже цікаво. Завалити мене прийшов. Знаєш, я б на твоєму місці зробив би так само. Коли пресують, треба відповідати. Але попустись, ми з тобою в одному човні. На Залізка та його пацанів напали, коли вони відновлювали згаслий артефакт. Знайомо? Пацани відбилися, але мені таке не подобається. Блять, що ми будемо волі діяти? Ти знаєш, хто напав на твоїх людей? Знав би, закопав. Але вони залишили нам у подарунок одного свого. Можу поклеїти зустріч. Знаєш, він не дуже говіркий, але ти впораєшся. Правда, треба потратитися. Або...
Так, вот твои деньги. Какого хуя, блядь, не понял. Давай, есть. Це до 100 біса грошей. Є якісь інші варіанти? Нестор, пройдений етап. Лише дві людини заважають мені називатися бугром смітника. Рузвельт, головний у Вісторзі, і Шах, пахан Кодла. А за Рузвельтом стоїть долг, а за Шахом воля. Після Д4 ці угрупування відкрито не гризуться, але сплять і бачать, щоб посадити лояльну сучку на Терикон. Я б і сам розкатав їх обох. Але розумний завжди бачить сприятливі можливості. Убий одного з паханів і принеси КПК. Що там мені ніхера не нравится, блядь, вот эти вот его... Сейчас, секунду. Что-то, блядь. Так. Проблема вже рішена. Проблема вже рішена. Я вже розібрався з цим. Ти думаєш, я тобі повірю на слово? Голова, не прошу, досить і КПК як доказ. А тоді й поговоримо. Убить Шаха. А у нас, блядь, а мы ж КПК все, сука, попродавали, да? Блядь. Знаете, что мне в это убить Шаха, убить Рузвельда? В этой ситуации не нравится. Что вот каждая вот эта вот хуйня пытается, сука, строить из себя Ивана Ивановича, блядь. Ну правда, ну не нравится мне, ну, блядь, к бабке не ходи. Прикрыть! Лови лимончик, блядь. Чертила, блядь. Блядь, заклинила, сука. Там еще где-то один, блядь, ходит. А, вон он, блядь, сверху. Я не знаю, правильно или нет, но я поступил так, как посчитал нужным. Может, я перевернул... Все, блядь, с ног на голову. Ну такое ж может быть, да? Что у тебя хорошего, блядь? Ключ какой-то, блядь. Вот, получена информация от варана, блядь. Делов-то, ёпта, блядь. Вася, блядь. Еще кого-то тут вольнуть надо, блядь. Осмотреть пленника. Сейчас осмотрим. Сейчас лишнее выкинем. Осмотрим пленника, блядь. Так я, получается, правильно поступил, да? Ну. Блядь, что-то уводит, пиздец, ствол уводит. Особенно, когда такая ситуация, блядь. Да никто тебя не нукается, блядь. Здесь уже мы были, да? Вот так. Где у меня пропало, блядь? Все пропало. Это что, я отключил, блядь? Мне надо лишнее срочно скинуть.
Это чей? Это я, наверное, тот, который, блядь, я скинул, да? А ты кто? Вчера у меня хлама, блядь. Я бегать не смогу. Есть контакт. Чуть получше. Где у нас пленник? Мы еще наверху не всех обшмонали. Но опять же, мы ж тут были уже. Ну да. Буквально в прошлой серии, когда у меня глюк произошел. Ладно, пошли наверх. Где еще опасность? Вот этого, по-моему, мы обшмонали, да? Или вот этого шмонали. И нам помогли, блядь, товарищи хулиганы, блядь. А вот этих точно я не шмонал. Блядь. Где ж ты орёшь, сука? Где ты орёшь, блядь? Наверху, вон, вижу, блядь. Все. Ну, в смысле, с этим все. Но есть еще какие-то. Ныкайся, натыкайся. Все одно найдем. Та-да, бля. Как же мне с этим жить? Наверх идти, да? Сейчас я гляну, где у нас находится пленный. В подвале нету. Хотя теоретически, да, должен быть в подвале. Это что у нас? Пиво. Выкинуть нахуй. Выкинуть. Булки съесть. Это у нас от чего ключ? Камеру открыть. Камеру открыть, блядь. Они там, блядь, каким-то образом меня нашли, хотел сказать. Они там воюют. Ладно, погнали. А я ж так и не посмотрел туда нам. Где у нас пленник? Блядь, он за мной где-то. Он где-то за мной внизу. Комнаты-то нету, блядь. Не понял. Получается, он в подвале, что ли? Тише, сесть. Куда беретесь, бля? Натрины, прикрыты! Откуда вы беретесь, бля? Я ж просто вот это вот собираю, поняли? Я не хочу потом возвращаться. Я и так долго играю всегда.
Где ж она сможет быть, блядь? Вон. Я вообще не могу понять, где он может быть. В подвале еще какая-то комната, что ли, есть? Вот я сейчас должен находиться над пленником. Нет. Он у нас получается... Вот. Блядь. Вот он же, сука. О, еще один ствол. Думал, блядь, медведь. КПК. Осмотреть пленника. Осмотрел. Открыть журнал. Журнал открыли. Сделка с дьяволом. Покинуть территорию завода. Ну это как-то все несколько, блядь, не так, как я хотел. Ну, в смысле, не то, что не так, как я хотел. Нормально стволов набрали, да? А что не видно наше оборудование? Выбросили. Так, хорошо, покинуть это. Так, а тут получается больше и нету врагов. Да? Или мне кажется. Я могу, наверное, и так покинуть, да? Не могу. Забирали все. Так, покинуть и в какую сторону? Ну, не знаю, это мне сюда ж можно спрятаться, да? Вот, все, я спрятан. Я в домике. Я пока изучу, блядь. Ведьми и дыгары, выкид закончился. Заебись, блядь. Ох, и долго. Только я не пойму, теперь дальше, что мне делать? Я должен сам к какому-то логическому заключению прийти, блядь, да? А где ты прятался, что я тебя не видел? Ага. Да, вместо пистолета. Сука, почему не видно? Почему не видно? А, это, кстати, как оно называется? Вот, М10. У нас есть магазин большой на него.
Может его прокачать, но у меня бабок не хватает, блять, на прокачки на эти. Ладно, я только теперь не пойму, чем мне заниматься дальше. А, вот я хотел сходить за тайником. Тайник проводника. Это надо выйти или не надо выходить? Я хер пойму. Но это явно в другом здании. Либо же около здания. Кто-то есть. Где вы, бляди? Гранату кинули, нихуя себе. Сдуру. Правда, я не такой крутой, как может показаться, блядь. Это сдуру. Но нормально так получилось. Так, мы в другом здании, да? Где? Блядь, заебал ты. Ну чё ты? Вон какая-то надпись. Пиздец, я сейчас умру, блядь. Нахер уходим, блядь. А, на улице, блядь. С этим меня завалят. Записываемся. На войне, как на войне, бля. Кто такой, бля? Неубиваемые. А чё ты, блядь, не кидаешь гранату? Эй? Нихуя не могу понять, блядь. Ты стесняешься или что? Кто еще? Блядь, что-то он, слышишь, с гранатами, блядь, тормозит. Сколько ж вас еще тут, блядь? Ну это пиздец, блядь. Вон оплодилась, вот, блядь. Шо у вас за костюмы, блядь? У меня дорогущие, блядь. Броня дорогущая, блядь. А вы, блядь, в каких-то куртках бандитских, блядь. Я вас пробить не могу. У меня на ремонт брони, блядь, больше денег уходит, блядь. Сколько куртка, блядь, ваша стоит. Что это, блядь, за несправедливость? Сейчас опять что-то будем выкидывать.
Так, 75 кг. 75 кг. Не знаю, можно поставить артефакт, чтобы носить все, но мы уже ставили, у нас потом радиация, блядь. Ну, как бы, мы все время лечимся тоже. Набираю от жадности. Это все от жадности. Заныкаюсь тут! А ты где, блядь, вообще заныкался? Где ты, сука? Блядь, нахуй. Нахуй я его увидел. Все. Территория зачищена. Так, водку выкинуть. Пиво выбросить. Воду можно выпить. Хлеб можно съесть. На всякий случай. Это разрядить и выкинуть. Это тоже разрядить. По поводу выкинуть, потом подумаем. Так, остался один. Да не, осталось их много, но, наверное, я не буду их собирать, да, до кучи. Ёб твою. Еще один, блядь. Еще один с костюмом. Сука, сука. Ну, понятно, что это фуфло. Бандитская куртка. Но все равно денег он 17, ну и, наверное, пару тысяч за нее дадут. Ладно, пусть будет. Сколько там получается у нас? 77,5. Что-то, наверное, будем выкидывать потом. Ну, а там посмотрим. Сюда, наверное, да? За схроном. Филечка, ну чего ты мяваешь? Блять, получается, что схрон, наверное, в подвале. Блять. Да. Мы выбрались оттуда, а его надо искать в подвале. В подвал больше нету, да? Нет, где-то здесь должна быть в подвал. Во. А, это вообще другой подвал. Ну да. Блядь, все. Я ходить не могу. Ладно, что мы будем выкидывать? Давайте посмотрим. Макаровы. Почем они макаровы? Выбрасываем. Правда, они и весят понты. Так, вот это у нас. Ну, 2900, вот это у нас 2700. Выбрасываем. Теперь 2900, а даже 3. 3, а есть самый дешевый. А сколько гадючки, блин? 1000. Вот это самое дешевое. Разрядить и выбросить. Блять, а костюмы самые дорогие получаются. 4. 4. Я просто, я мысли вслух. Прошу прощения. Ну, тут, в принципе, ничего такого, блять, и нету, да? Ничего такого нету.
Так, а сколько еще КГ? 78. Выбросить нахер. Это мы что взяли? Пистолетный ПБС. Вот это пиво нахер выбросить. Тушенку съесть. 77. Ладно, с этим мы пойдем. С этим мы пойдем. Да блять. Нет, нахер. Где наша база? Вот это. Я к торговцу, если что, встретимся там. Это у нас чей схрон? Нет, это Халка, блин. Нахуй нам Халка. Вот и появились целеуказания. Мы как раз, в принципе, туда и шли. Я переживал, что задача надо будет самому логически придумывать. Ну, все равно я вот только этот момент вам покажу, как я буду там идти. Ну, оно вам надо. Ну, вроде как там чистая дорога. Поэтому встретимся у торговца и у паяльника. А чё паяльник, когда кондёр? Что это у нас за яма? Ну вы ж поняли, да, куда мы пришли? Материко. Сейчас мы сначала нырнём к этому, к торговцу. Есть что продать, потому что еле допер. Это для вас быстро, бжик и все. Як тут без... Да не пизди. Хабарчик. Не пизди, пожалуйста. Так, это нам не надо, правильно? Пока варана.
А, или надо. Нихера, надо пока. КПК Варана. Давайте пока стволы продадим. Там же у нас стволы. Вот это я точно не хочу. А сколько, интересно, вот этот ствол? Ну, 2,5. Маска у нас хуже, чем наша. Не, дешевле, уже дешевле, и поэтому... И 4 килограмма, нихера себе. Хотя, вот по электрозащите она лучше. Но радиозащита и физическая защита. У нас в основном электрозащита, правда. Ну, ладно. Ладно. Так, радиозащита, электро... А, в смысле, у нас радиозащита нас интересует. Радиозащита здесь хуже. Электрозащита не так я часто там... А что у нас, 2? Нормально. 7400. Я в любом случае продаю. Но все равно, наверное, не 5. Комбинезон мародер. Ну, ничего хорошего нет. Забытый КПК. Это тоже продать нахер. Так. А. Продать 26, значит 16 можно продать. Я десяток оставляю всегда. Десятка, как правило, хватает. 19 где-то можно продать. Может и меньшего хватит количества, но меньше буду. А, блядь, у меня всего 19. Дебил. 9. 9. Патроны вот эти тоже продать. Теперь у нас вот эти продать. Можно и отсюда чуть-чуть. Ну, в принципе, все. В принципе, да, все. На 41 тысячу, тем не менее. Нифига себе. А что у тебя? Что ты можешь предложить вообще? Что вы такие? Только то, что я приношу, да? Вот единственное, что у тебя маска красивая. 2 килограмма и 2 килограмма. Электрозащита, химзащита, защита. Радиозащиты вообще нет никакой. Вообще, от слова... Он от слова... с хабарчиком. От слова вообще. Я ж время не включил. Сейчас я выложу то, что нам не надо. Вот это пусть останется. Вот это. Вот это у нас 45. Вот это вот на натовскую. Да, граната еще, пока у нас гранатомета нету. Вот это что? А, варана. Это у нас 5,45. Вдруг на калаш, да, что-то? Вот это тоже 5,56. Так, гранат у нас 5. Хочу 10. Так, ну, нормально, пошли. Бабос есть. Пошли к технику. Может, он еще что скажет? Здорово. Он куда уже... до кого? Не понял. Паяльника шукаю. Він тут? Я думав, ти більшим будеш. На другий поверх підіймайся. Там твій паяльник. Я доповім. А чо, блядь, паяльник, когда он кондёр? Кондёр — это конденсатор. Почему паяльник? Ладно, какая разница. Припекло ж Нестора загубитись, так не жаль. А эти Нестора ищут, да? А где ж у нас вход на второй этаж? Ну, за спільне тіло. Сталкерам прохід заборонено. Це яке ж спільне тіло? Далі не можна. Це тіло. Будьмо. Я ще кондьора. Мені потрібен паяльник. У майстерні сказали, що він тут. Ім'є? Скіф. Гаразд. Проходь. Угу. Тебе ляка ваше обладнання, професор. Яке чому... А чо він, блядь? Арестован, что ли? Я ж валил этих. Ну, пидорасы врага себе нажили. Ну, это пиздец какой-то. В біса такий. Вирішив у війнушку пограти зі мною? Далін і я обговорювали картину, що вимальовується в зоні. І в нас цей пазл все ніяк не сходиться. А ну. Може, допоможеш? Собрать, что ли?
Я надеюсь, вам не надо говорить, что он делает. Добре. Лише не розумію. Полковнику, що... дозвольте. О, блядь. Ви скіф, вірно? Я хотів, щоб ви... Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж, скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв. Найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про сканер. Ви зробили це біля старого мосту? Вірно? А артефакт? У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповіси, що нам потрібно. Забереш ствол. Я був там. На мене напали. Так само, як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гаразд. Добре. Може, щось іще знаєш? Допоможи знайти виблядків, скіф. Блядь, що йому? Показати необычний КПК? Не показувати необычний КПК. Хір його знає. Ну, блін, вони вроде як... Не знаю, вот этот вот в костюме, если бы не было этого в костюме, я бы сразу показать КПК. Потому что вот эти в костюме, как правило, наебывают. А с другой стороны, если нас не будут наебывать, тогда игра превратится в скучный какой-то, блядь, Тетрикс, правильно? Правильно. Что-то схоже трапилося с Вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і... Що? Ще один грьобаний сканер! Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим винаходом? Ще один сканер? Не прикидайся дурним! Зараз сканерів в зоні більше загрьобаних сталкерів! Я нічого не знаю! Ще подивимось! На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ніхріна собі! Монолітівський КПК. Нарешті, я розворушу це гніздо. Дикий острів. Укріплення 2. Ні, 3. Доволі важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли зброю? Дай мені рацію. Блять, я, мабуть, неправильно зробив. Хоча, з другої сторони... Зото прийом. Сканер з артефактом. Там, у якихось лунатиків, серед лайна і токсичних відходів. Полковнику. Що? Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери. Це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу. Подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Зотов, полковнику. Не почув. Прийом. Просто перевірка, Білій. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далін. Я голова НДЧАС. Храму науки, притулку геніїв, місця, де гральне шукають. Блять, хорош з медалями. Давай, хто ти такий? Сканер є найбільшим досягненням інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться. Відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це завдяки вам, вашій сміливості, вашому прагненню до прогресу. Ви станете одним з перших на порозі нової наукової ери. Це все чудово. Але я тут, тому що хтось має заплатити за мій дім на Великій, який спалила аномалія. Цього не може бути. Не може, але сталося. Ще одна помилка в розрахунках, Ейнштейн. Скіф, ти рушай на Дикий Острів, знайди їх лідера Бродягу. Він має знати, де шастають його люди. Якщо переконаєш його, він може розповісти, в яку саме тіньову справу вони влізли по вуха.
Я видам новий. Тримай. Це допомагає розв'язати будь-якого язика. Щасти, бійцю. Чекаю новий. Так а що вони? Вони ж з домом з моїм ніхіра не рішили. Жетон получен. А, кредиты, да, получены две штуки. Так а хули эта херня? Да, как провисает, да? Не провисает, а, ну, как оно? Подглючивает, да? Ладно, подглючивает и хер на него. А меня отправляют на другую, да, локацию уже? Если меня отправляют на другую, я бы еще здесь пробежался. У нас время... И стрелец? У нас время по... Що таке? Що зависло? Рихтер. Рихтер. Він одного разу так забухав. Рихтер. Де Рихтер? В дзеркалі не впізнав. Давай поговоримо. Без зайвих очей. Ну я не думаю, що це у мене підвисає. Навіть не буду питати, що Коршунов від тебе хотів. Бла-бла, навести порядок, бла-бла, зона, ключ до блага людства. Плювати він хотів і на людство, і на зону. Хоча Варта вже потихеньку стає її частиною. Тільки от їм не кажи, не відкачаємо потім бідолах. Сходи на лісопілку, Скіфе. Одну сторону зони ти вже бачив. Саме час поспілкуватися з другою. Обіцяю, не пожалкуєш. А на лесопилке, наверное, эти самые, зомбаки. Ну, я правильно понимаю, да? Блять, у нас 45 тысяч. У нас 45 тысяч! Не ебаться в рот. А ну, пошли до нашего дружбана. Здорово! Блять, а где наш дружбан? Сука, а где ж этот, блять, механик? Да, мы шли к нему, так и не пришли. Может, он нам все-таки скажет? Маркер на него стоит. Только коротко и чітко. Я понял. Блядь. Усе нарешті. Пошел ты нахер. Вафе. Пошел ты нахер, Вафе. Сука, у нас 45 тонн. Блять, и где теперь искать нам этого самого? Давайте посмотрим, что рядышком. У меня осталось тут чуть-чуть времени. Вот у нас перепрятанная нычка. Что там? Что-то подозрительное место. Что-то подозрительное место. Потом мы пойдем на другую локацию в следующей серии. А пока вот сюда сейчас сходим, проведаем, так сказать. Проведаем. Чего ее так плохо видно? Что подглючивает или что, я не пойму. Кошечка сидит, смотрит. Я сегодня сам, опять сам. Танечки моей нет, она там. Дела, короче. А тут, смотрю, интересно. Я ж уже вам включил, чтобы вы тоже, так сказать, лицезрели, да? Мне не нравится, конечно, цвет моего
тайника и цвет карты, блядь. Блядь, а где этот? Ёб твою мать, у меня нету сканера. Это пиздец. Я что, продал свой сканер, блядь? Я понял, когда его продал, когда я комбе заменял. Поняли, сканер слетел в личные вещи. Ну а я посчитал, что у меня добавился какой-то запасной сканер. Ну надо будет покупать, вот еще, блядь, затраты, сука. Ну, блядь. Ну не хочется, конечно, но а что делать, без сканера тоже. Хоть он и говнистый такой, блядь. Так, у нас либо в помещении, куда мы зайти не можем, либо на крыше, куда мы тоже попасть не можем. Скорее всего, на крыше. На крышу мы можем попасть только по трубе, блядь. Ладно, будем сейчас уповать на свой страх и риск. Но артефактов мы точно не найдем. Ну, хотя их... С меня такой искун артефактов, что... А, вот, сюда, наверное. Блять, кто-то уже стреляет по мне. Да пошел ты нахуй! Блять, лимончик. Лимончик. Ну все, пидорасы, блядь. Вешайтесь, блядь. А че я перезаряжаюсь? Я даже не выстрелил ни раз. Надо это. Нет, надо наоборот. Ты откуда, тварь ебаная? Бля, мать. Фух. Да, я, наверное, сегодня устал уже от четвертой серии колбаши. Откуда эти? О! Нифига себе, а что это я нашел? Бля, гранаты. Может, они там между собой воюют, а я так вот просто помешал. Что это было? Тюрюлю? Тюрюлю? Ладно, запишемся. Отбиваться с узкого помещения в любом случае удобнее, чем на широкой местности. Главное, чтобы гранатами не закидали. Непонятно. Куда вы все раптом сныкли? А где этот, которого я убил? А где твой ствол? А где твой ствол? Ладно, начнем сначала. Нам туда надо, да? Правильно? А туда только вот через трубу. Не понял. А, вот он. Еще один кофейц. Ну, пиздец мне везет. Просто грандиозно везет. Это может я выкину, конечно. Вот копиво.
Водка, пиво. Сейчас слезем. Или вот так слезем. Запишемся, что еще тут по-местному. Ну, можем еще сюда сбегать. Схрон Шаха, кстати. Нам в ту сторону. Нет, мы тут не побежим. Ах ты, блядь. Да, прикиньте, как я лоханулся, да? Хоть и галимый этот детектор, но, блядь, я его продал. Я умудрился продать. Ну ладно, 6 литров, 6 бутылок водки. Многовато. Страж свободы. Нифига себе. Все побольше. Но он 7 килограмм, правда, весит. Ладно, давайте пока свой, ну, разобьем, а потом, чтоб не ремонтировать, ну, не знаю я. Так там все побольше, и он у нас, походу, он даже не прокачанный. Так, меня немного отвлекли, сори, сейчас я. До дороги, блядь, да? Что-то мне кажется, где-то здесь, блядь. Трупы тут. А, наверное, вот здесь вот лежит. Не скажу, что трупы это хорошо, но трупы это хабар. Хотя у нас и так баба хватает. Но. Просто с такими ценами, блядь, прости господи, блядь. Батончик. Может, кстати, граната человеческая. Не, вот это, наверное. Ага, с круглым магазином. Ход сделан. Что это такое? Что это такое, блядь? Блядь, опять вот это говно. Ну, пиздец, блядь. Давайте убежим. Ну, в смысле, вот это говно, как он, кровосос, хотел сказать, людоед. Ну, нету у меня здоровья. Сейчас надо спрятаться, блядь. Еще крысы, ёб твою мать! Может, они между собой будут хуячиться, блядь? Мы так спрячемся, чуть-чуть присядем. Я смотрю, они ко мне в офис особо не заходят, крысы. Давайте даже запишемся. Не-не, что-то он там крикнул свое заклинание, этот кровосос. Еще и собаки. Хочу отметить на карте, куда мне бежать.
Мне надо сюда бежать. Ну, скажем, пусть к торговцу. Ну, к торговцу-то я и так собираюсь. Что у меня лишнее? Вот это лишнее. Разрядить. Выбросить. Разрядить. Смотрите, какой. Ну, скорострельность только. Блядь. Что-то гавкает, блядь. Честно говоря, не очень хочу выходить. Собаки он с этими, с тушканами воюет. А, и кровопийца еще. Блядь. Сука, давайте. С этими, со всеми я справиться могу. А вот с тем, этим самым. Как бы его так назвать, чтоб поменьше мата, блядь. Гандоном. Но у меня не получается, поэтому было прикольно, если бы его сожрали, блядь. Полобоймы всадил, нифига себе. Еще, блядь. Ну все, блядь, пидор, блядь. Нихера сколько ему надо. Так, у меня здоровья почти нету. Это с учетом того, что прокачанный комбез. Ты, блядь, куда? Ну ты куда еще, сука? Если бы они хоть эти давали там лапки, шмапки, хвостики, блядь, шмостики. Ладно, пошли, блядь, нахер. Пусть они тогда своего технаря дают. Терракону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти не зможе. А, привіт. Хоч щось сказати? Ні, нічого. Бувай. Я б також ще понабрав би ще каких-нибудь. Ну, за спільне діло. Ті синяки сидять, да? Нахрися твоє замовлення, сталкера. Забарився ти? Немає більше нашого панаса. Скотина якась прямо біля схрону замочила. Яку людину згубили? А сидів би з нами на Терраконі і горя б не знав. Ну, за упокій. В смислі? Не цокаючись. Так от, сталкере. Ну, за спільне діло. А, видели сразу це саме? Це яке ж спільне тіло? Ми накатили це саме. Цвітне стало. Будьмо. В смислі, по нас, блядь, сам ушов. Я вився. Зізнавайся, де наш панас? Нема панаса, нема купонів. А, тю. Хоча, почому? Ви просили розкидати горілку по схронах. Я розкидав. Погано розкидав, раз панас не дійшов подякувати. От-от, ти нам халтуру не впарюй, знайшов дурнів. Не впорався ти, сталкере, ну так же без образ. Можемо налити, ну, щоб не так сумно було. Міша, боксер, я не хочу бухати, бля. Пийте самі, обійдуся. Це ж мені знайшовся. Нам же більше буде. А яке у нас... Слышите, одного я теперь не могу понять. Ладно, мы на базе, а просто такое лирическое отступление. Сейчас буду торговать. А вот этих схроны, это ж... Вот это, по-моему, да, заброшенная заначка. Не его. Я просто не помню. Там у него стволы такие, блядь, человеческие. Походу, как выходишь, один где-то здесь был.
Нет, бля. Чого нам бояться? Ладно, не показывают эти заначки. Ну, не показывают и не показывают. Ладно, я торговать, если вам вдруг скучно, я просто расторгуюсь, забегу к технику, но она там нихер делает. Ну, на этом закончу. Поняли? Так что вам всем спасибо. Выбирай, сталкер. Всем спасибо. Хабарчик. Ну и всем пока. Нам в любом случае где-то надо найти паяльника, тот, который припой. Потому что у нас... Нет, я пока сюда. Я помню, что на вот это вот продать. Нахер нам не нужно. У меня нормальные стволы. Пиво продать, эти патроны. Продать. Батоны сейчас съем. Жетон. Что мне с ним делать, блядь, ума не приложу. С жетоном вот это у нас продать, там 21, ну вот так нормально. Это тоже продать, там 17. Ну вот так. 8 нормально. Продать. Повертать? Лишнее. Что они чип, пьяные все. Так, патрончики. Это у нас патроны. Натовская. 3 гранаты можно закинуть. Одну такую закинуть. Вот это вот что у нас. Дневник бандита нахер мне нужен. Его читать не собираюсь. Это у нас куда патроны? А это у нас 5.45, да. Блять, видите, что не видно моего оружия. Стало почему-то не видно. Так, ладно. Давайте позырим еще раз. Что это за бумажка? Что с ним? Выбросить. И это выбросить. А этот? Этот. А, у нас же регенерация выносливости просто вот заложена 5%. Я думаю, если мы прокачаем свой броник, ну, как положено, до конца, то, наверное, хуже не будет. Да и весит он 3 килограмма. А этот 7. Этот 7, а не прокачанный. То есть, блядь. Этот 7, сука. Ладно, давайте его оставим. Пока. Ну, пусть полежит какое-то время. Это у нас максимально. Бля, сколько у меня тут хламья всякого. А вот это 2 говна сейчас продам. Выбор. Хабат. Да тише будем. Да не так уж и много денег. Повертать.